стабилизация рада, разъем не уйти. Есть. Поправим. Пойдет. Ну что, расскажи, как тебе Смайл 15-й? Сезон открыт. Вот, Смайл, что могу сказать про Смайл? Кайт действительно универсальный. Это единственный, наверное, кайт, который сегодня летал и стабильно не падал, в отличие от всех. Честно сказать, я не понимаю, как он летает. Ну вот честно, не понимаю. Потому что даже если ветер выпадает в ноль, он остается стабильным, управляемым, и на нем как-то можно ехать. Здесь больше нечего сказать. Надо тестировать более сильный ветер на прыжки. Больше добавить нечего. Как тебе Смайл? Расскажи про профайл немножко. Смайл очень непонятный пока, но интересный. То есть он медленный, после него блейд хорошо идет. Фэтлэйди. В принципе, да. А так все, надо пробовать смотреть. Отлично. Чуть-чуть на побольше ветер. Хорошо. Ну-ка расскажи, какой ты первый опыт катания на парафойле? Я молча покажу. Отлично. Нет, ну расскажи, потому что 15-й Смайл, видишь, тестовую модель, которая не пущена в производство, про которую сказали, что ну что-то как-то она не очень. Слушай, но удивило, что ветра вроде нету, а он как-то держался и катал. Пусть медленно и недолго, но катал. То есть это зачет. Ладно, на этом остановимся, хорошо? Катенька, заводи!